Если бы не Сайран, ты бы поехал в тот лес, Ферит? Твой брат поехал за тобой в эту лесную чащу, Ферит. Если бы не было Сайран, произошло бы это горе с нами. Поймите, наконец, что из-за вас страдают все, кто вас окружает. Это Тарык. Тот еще псих. Ради тебя и ради сохранения жизни Фериту я отправляю тебя в Антеп. Сайран? Что случилось? Отец что-то сделал? Нет-нет. Все хорошо. Нехорошо, Сайран. Я же вижу. Почему ты плачешь? Все хорошо, правда. Я соскучилась по тебе. Очень соскучилась. Я тоже по тебе очень соскучился. Тоже выглядишь грустным. Фери, что с тобой? Все будто сошли с ума и давят на меня, Сайран. Я уже не выдерживаю. Но он совсем не задумывается. Он такой неудержимый. Не переживает ни за себя, ни за своих близких. Он вообще не беспокоится ни о чем. На самом деле человек испытывает настоящую боль только тогда, когда теряет близких людей. Послушай, только не говори, что мы завтра уедем, а? Иначе его погубишь, они убьют его. Сайран, это уже не шутки, ты понимаешь меня? Это уже не шутки, Сайран, ты понимаешь? Ферит, наверное, будет лучше, если мы расстанемся. Сам посмотри. Жизнь преподносит нам препятствия. И при каждой возможности мы не замечаем их. Но они есть, Ферит. Есть. Такое ощущение, что сам Бог не хочет, чтобы... Не хочет, чтобы мы были вместе. Возможно, они все правы, Ферит. Наверное, это самый лучший выход. Что за чепуха? Хочешь предложить мне расстаться с Эйром? А? Все это случилось с нами из-за твоего упрямства. Если бы ты так сильно не упрямилась, возможно, ничего бы и не случилось. Я же предупреждал тебя 1000 раз. 100 раз говорил, не надо, не делай так. Я говорил, что у меня плохое предчувствие. И каков результат? Чего мы добились? А то, что мы так ничего и не добились. Значит, теперь я во всем виновата? Да. Я тебе 1000 раз говорил. Чтобы ты не уходила. Я же предупреждал тебя. Наверное, если бы ты не ушла, ничего бы не произошло.
Хорошо. Ты прав. Извини. Меня ждет мама. Мне нужно идти. Береги себя. Сайран. Мы уедем. Что? Куда? Завтра мы уедем, Сайран. Ферит. С чего вдруг? Я так решил. У меня плохое предчувствие. Я больше не совершу эту ошибку, Сайран. Я не отпущу тебя. Я не буду упрямиться. Давай уедем отсюда, пожалуйста. Ферит, не надо. Неужели ты не видишь, как мы страдаем? Ты и помнишь, что сказал мне совсем недавно? Ты права. Извини меня. Я уже устал. Я так извелся за последнее время. Я сам не знаю, что говорю. У меня в голове сумбур. Прошу тебя. Не отказывай мне. Давай завтра уедем отсюда. Пожалуйста. И как ты себе это представляешь? Сайран, мы должны быть вместе. Если мы не просыпаемся вместе с тобой, все напрасно. Я так не могу. Ничего не наладится. Если ты будешь рядом со мной, я смогу что-то сделать. С тобой мне хорошо. Без тебя у меня все будет плохо. Ферит, все навалилось разом, и у нас нет выхода. Что нам делать? Как мы это сделаем? О чем ты, Сайран? Ты же сама говорила, что готова жить со мной даже в шалаше. Что готова быть со мной где угодно. Ты же говорила. Говорила, что поедешь со мной хоть на край света. Доверься мне. Я все устрою, хорошо? Просто доверься мне без всяких ограничений. Хорошо. Куда только захочешь, туда и поедем. Обещаешь? Обещаю. Только ничего не спрашивай. Завтра до рассвета, пока все спят, ты приедешь в аэропорт. Хорошо? В аэропорт? О, Аллах, помоги мне. Забыл, да? Как? Ты забрал мою пахлаву? Дети, забирайте. Берите, берите. Ешьте сколько хотите и за меня поешьте. Зачем ты это сделал? А что?
Я не нашел другого способа, чтобы привлечь твое внимание. А так получилось. Ты ненормальный? Идиот! Следи за словами. Идиот! Я знаю, как свести тебя с ума. Скажи спасибо, что я возвращаюсь в Стамбул. Простите, пожалуйста, мне очень жаль. Я соберу. Ничего, сестра, я соберу. Простите. Есть фисташка из Антепа? Не поняла. Я спрашиваю про фисташку из Антепа. Прошу прощения, есть кто-нибудь? Мастер Вакас. Сестрица, что вам нужно? Верит. Сайра. Что ты сделал? Зачем ты приехал? Я же обещал тебе. Не плачь. Я здесь, Сайран. Я приехал. Я очень соскучился по тебе. Ферит. Что случилось? За тобой следят. Не смотри на улицу, хорошо? Что? Ты уверен? Уверен. Ферит, ты должен уйти. Ты должен уйти, умоляю. Пожалуйста, не оставайся здесь. Я уйду, Сайран. Но только с тобой. Скажи мне, ты сможешь разобраться с этим типом? Разберусь. Но... Никаких «но», Сайран. Я никуда не уеду без тебя. Возьми это, чтобы не привлекать внимания. На самом деле, тетя отправила меня за пахлавой. Она знает, что ты здесь. Это она помогла мне. Моя тетя Хатуч. Ладно, иди. Я скажу мастеру Вакасу, он отправит пахлаву. Только разберись с этим типом, хорошо? Ладно, я буду ждать тебя в ботаническом саду. Хорошо. Будь осторожна. Делаешь? Госпожа Сайра. Достань свой телефон и позвони своему шефу. Давай, звони. Давай. Быстрее. Дай. Да, Усман, что такое? Что такое, да? Что такое? Это с тобой что такое? Сайран? Ты же говорил, что не отправишь за мной людей. Это ты так доверяешь мне, Тарык? Я не могу так жить, понятно? Сайран, выслушай это меня. Это ты выслушай. Ты даешь обещание, но не сдерживаешь его. Пытаешься стать хорошим, но превращаешь мою жизнь в тюрьму. Что ты делаешь? Сайран, поговорим дома. Я не приду домой, Тарык. Понятно? Мне нужно отдохнуть. Я устала от тебя. И твоего человека предупреждаю. Если пойдет за мной, то я закричу и опозорю его. Это Антеп, а не Стамбул. Будьте умными, а не дураками. Господин, что мне делать? Еще и спрашиваешь, что нужно сделать, идиот! Возвращайся. Ты и так уже все сделал. Идиот! Госпожа Сайран, простите, пожалуйста. Возьми это. Отдашь своему шефу.
Филит, они убьют тебя. Они убьют тебя, если увидят рядом со мной. Пожалуйста, уходи. Прошу тебя, умоляю. Они ничего не смогут сделать. Не бойся. Я никуда не уйду без тебя. Они сделают это, Ферит. Сделают. Прошу, уйди ради меня. Пожалуйста. Мне достаточно знать, что ты в порядке, что ты здоров. Мне больше ничего не нужно. Главное, чтобы ты был в порядке. Хорошо? Ради меня. Слышишь, Ферит? Пожалуйста, уйди ради меня. Я очень боюсь за тебя. Пожалуйста, прошу тебя. Слышишь? Сейран. Со мной что-то случится только в том случае, если мы не будем вместе. Я не смогу жить без тебя, Сейран. Посмотри на меня. Посмотри. Я несчастен без тебя. У меня нет надежды. И у тебя тоже. Я знаю. Я вижу. Разве мы не обещали друг другу? Разве не говорили, что будем вместе, Сейран? Говорили. Но нельзя, Ферит. Нельзя. Мы не сможем. Мы вынуждены. Другого варианта нет. Что это значит? Сейран, мы обязаны только друг другу. Если мы будем вместе, все получится. Все получится. Абсолютно. Не бойся. Я всегда буду рядом. Возьми за руку. Уходим. Куда? Какая разница? Ферит. Я не смогу. Сейран. Послушай, хочешь ты этого или нет, но я не оставлю тебя здесь. Если потребуется, приду в особняк, но все равно заберу тебя. Выбирай сама. Выбирай. Не говори глупости, пожалуйста. Я боюсь. Я очень боюсь. Пожалуйста, не надо. А я тебе говорю, скажи нет. Скажи, что ты возвращаешься в особняк. Говори, что хочешь. Тогда я приду и заберу тебя из особняка. Другого пути нет, Сейран. Нет. Со мной случится что-то плохое, тогда случится что-то похуже. Мне все равно. Посмотри на меня. Я красавица. Ни за что. Я ни за что не откажусь от тебя. Ни за что. Поняла? Хорошо? Хорошо? Хорошо. Хорошо. И я больше не буду сопротивляться. Но сейчас нельзя, Ферит. Сейчас нельзя. Тетя ждет меня дома. Если я не вернусь, они сразу все поймут. У нас даже не будет времени скрыться. Я уже совершил такую ошибку, Сейран. Этого больше не повторится. Теперь уходим. Ферит, Ферит, я тоже совершила эту ошибку. Понятно? Но не сейчас, пожалуйста. Я уйду с тобой, но не сейчас. Слышишь? Хорошо? Не сейчас, я обещаю тебе. Слышишь? Хорошо. Я буду ждать тебя ночью на соседней улице. Если ты не придешь до рассвета, я приду в особняк и заберу тебя. Ты поняла меня? Приду в особняк и заберу тебя, окей? Хорошо. Хорошо. Обещаю, обещаю, я приду, даже если руки будут в крови. Я очень люблю тебя. Я тоже очень тебя люблю. Очень люблю.
Пойдем. Я провожу тебя. Хорошо. Значит, это не связано с кофе? Ты еще помнишь? Почти год прошел. Иди. Увидимся ночью. Хорошо. Давай. Будь осторожна. Пришла? Пришла. Не плачь. Отныне ты не будешь плакать. В этих глазах всегда будет счастье. Только счастье. Хорошо? Ни у кого не хватило сил разлучить нас. Верит. Не будем бросать друг друга, хорошо? Не будем расставаться. Ни за что. Мы никогда не расстанемся, Сейран. Не бойся. Больше ни у кого не хватит сил разлучить нас. Пока ты держишь эти руки, я до последнего вздоха рядом с тобой. Хорошо? Сейран, Сейран. Пожалуйста. Тарык. Тарык. Пожалуйста. Пожалуйста, успокойся. Пожалуйста. 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 Какой вежливой ты можешь быть, когда захочешь, Сейран. Чш-чш. Посмотри на меня. Не вздумай бояться. Я рядом. Хорошо? Пожалуйста, уходи. Верит. Уходи, прошу. Уходи. Уходи, уходи. Пожалуйста, уходи. Пожалуйста, уходи, пожалуйста. Уходи, Верит. Посмотри мне в глаза. Не смей. Не смей бояться. Я ведь говорил тебе, что пытаюсь быть хорошим человеком, что пытаюсь быть вежливым. Верит, уходи. Сказал, не вынуждай меня. Не так ли, Сейран? Верит.
очень боюсь. Посмотри мне в глаза, посмотри. Не вздумай бояться. Доверься мне. Сайран, посмотри на меня, посмотри на меня. Доверься мне, ничего не будет. Хорошо, доверься мне. Я боюсь. Посмотри на меня. Не бойся. Доверься мне. Сейчас мы тихонько уйдем отсюда. Хорошо? Держи мою руку. Держи. Держи. Ферит, отпусти девушку. Не трогай ее. Ни в коем случае не оглядывайся. Хорошо? Ферит. Доверься мне. Ничего не случится. Ничего не случится. Ничего не случится. Сайран? Ты в порядке? Ты же в порядке? Почему ты никогда меня не слушаешь, Сайран? Что? О чем ты? Я же тебе говорил не оборачиваться, Сайран. Ты посмотрела назад. И в нас выстрелили. Ты больной, Ферит. Да. Ты реально больной, Ферит. У тебя проблемы. Согласен. Посмотри на меня. Если бы не был болен, разве был бы в таком состоянии? Ты еще пытаешься шутить? Как моя прическа? Ферит Корхан всегда должен оставаться Феритом Корханом. Я смотрю, ты в хорошем настроении. Даже скажу больше, Сайран. Я одурманен. Не знаю, наверное, от лекарств совсем крыша едет. Ты кажешься такой напряженной. Почему? Не знаю. Скажи медсестре, чтобы... Тебе рядом постелили, чтобы ты легла рядом. Ты же в порядке? Что-то болит? Как ты себя чувствуешь? Я в порядке. По сравнению с тем, что было, мне намного лучше. Уже лучше. Но... Левая рука... Ее словно нет.
Я ее не чувствую. Совсем не чувствую. Скажи врачу, Сайран. Не чувствуешь? Нет. Вообще не могу ею двигать. Не говори нашим, маме и остальным. Чтобы они не переживали. Нет. Не говори, ладно? Нет, конечно, не скажу. Зачем? Нет, конечно. Да и если бы это было важно, врачи бы сказали. Значит, ничего страшного нет. А что вам врачи сказали? Сказали, что ты в полном порядке. Что проблем нет. К тебе приедет хороший врач и сделает операцию. Ну, вот и все. Все хорошо. А потом, потом уедем отсюда домой. Ты поправишься, Ферит. Ты поправишься. Не переживай, все наладится. Слышишь? Как дедушка и остальные? Что они сказали насчет произошедшего? Что-то сказали? Нет, конечно, он расстроился, но он же... Он же Халис Корхан пытается всех поддерживать. Все хорошо. А мама? Твоя мама, конечно, очень расстроилась и очень испугалась. Когда мы прилетели, они все были там. Аби, папа, мама, все были там. Все. Они тебе что-нибудь сказали? Нет. Все меня очень поддерживают. Мы все друг друга поддерживаем. Не переживай. Мама Гюльгюн ни на шаг от меня не отходит. Постоянно рядом. Всегда. А мой папа... Ферит, моего папу надо видеть. Он сейчас лучший отец в мире. Его не узнать. Да ты что, папа Кязым? Невероятно. Он здесь всех поддерживает, постоянно меня обнимает, целует меня, говорит, мой зять сильный, он поправится. Сайран, не смеши меня, мне больно. Все, замолчала. Я очень тебя люблю. Больше всего. Больше всех на свете люблю. Конечно, любишь. Я чуть не умер из-за тебя. Вам пора выходить. Пусть господин Ферит немного отдохнет. Уходишь? А можно еще немного остаться? Да. Вы и так уже много были здесь. Ферит, дай мне слово, что ты поправишься. Обязательно, дай слово. Слышишь? Дай слово. Ну вот видите, госпожа медсестра, даже в таком состоянии требует от меня обещаний. Поправиться. Уже начала командовать. Сайран. Я очень тебя люблю. И я тебя. Не плачь. Хорошо. Хорошо, я в полном порядке. И ты... Ты поправишься, потому что дал мне слово. Понял? Там что-то случилось. Что случилось? Тише. Ты сейчас не думай об этом, хорошо? Ты сначала выйди отсюда живым-здоровым.
А дальше хоть потоп, Сэран. Ни мама, ни отец, ни дед, ни невестка. Никто нам не сможет помешать. Никто не сможет. Я тебя больше не отпущу. Ради тебя я готов получить хоть 10 пуль, если понадобится. Ни за что. Ни за что не откажусь. Не откажусь от тебя. Я тоже от тебя не откажусь. Я не смогу жить без тебя. И не отказывайся. Что ты будешь делать без меня? Хорошо. Без меня жизнь будет скучной. Ну, хватит. Я сейчас ухожу. А ты ничем не забиваешь голову. Я поеду домой и узнаю, что да как. Потом скину сообщение или позвоню. Не знаю. И потом будем делать, что хотим. Сумасшедший. Ну все. Позвони мне. Я соскучился. Сколько дней тебя не видел. Погоди. Сайран, я очень соскучился по тебе. Ты рядом со мной. Возле меня. Я что, не могу дотронуться до тебя? Фейхет, не приближайся. Стой. Как я своих привел? Класс. Видишь, как мне это удалось? Только я удивилась. Как же тебе это... удалось за такое время, а? Красавица моя, разве я брошу тебя? Я сказал, что на этот раз хватит. Я решил, что мы пришли к концу. Что скажешь про моего отца? Это вообще... Я не могу поверить, как изменился папа Кязым. Кстати, имей в виду, что господин Хали скоро сойдет с ума. Почему? Надеюсь, что ничего плохого не будет. Я от страха вся трясусь, Ферит. Что он скажет? А что другие скажут? Да нет. Кто что скажет? Ты думаешь, что все может поменяться? Mm-hmm. Думаешь, Ферит тебя оставит? Но ты же сам знаешь, что мы пережили. Все возможно. Ты будь спокойна, Сайран. Расслабься. Облокотись и наблюдай. Mm-hmm. Дай поцелую. Ферит, стой! Ферит! А как твоя рука, кстати, а? Как твоя рука? Тебе лучше? Рука до конца не выздоровела. Не могу ею двигать. Я ее не чувствую. Но я заставлю ее работать. И ее, и тебя заставлю почувствовать. Я очень соскучился по тебе. Увидимся в зале. Нет, Сайран. Увидимся в зале. Ну, Сайран, но не убегай же, Сайран. Посмотрим, куда ты убежишь. А, ладно.
Здравствуйте. Здравствуйте. Могу я пригласить свидетелей? Давай, давай. Молодец! Моя доченька! Ненавижу бабочки. Уважаемые гости, от имени семей Шанлы и Корхан приветствую вас в этот особенный вечер. Я начинаю церемонию бракосочетания. Ваше имя и фамилия? Сейран Шанлы. Ваше имя и фамилия? Ферит Корхан. Вы письменно уведомили нас, что хотите пожениться. Мы установили, что нет никаких препятствий к заключению брака. Сейчас я еще раз попрошу вас в присутствии гостей и свидетелей устно сказать о своем желании вступить в брак. Вы, Сейран Шанлы, готовы выйти замуж за Ферита Корхана? Да! Ты чего плачешь? Я вспомнила, как впервые сюда пришла. А потом... как меня выгнали. А сейчас... я снова вхожу... вхожу в эти двери в свадебном платье. Это в последний раз. Поздравляю. Спасибо, Латиф. Поздравляю. Спасибо, Карлос. Здравствуйте. Поздравляю. Даст Бог, на этот раз это будет надолго. Дедушка? Его нет? Снова добро пожаловать в наш дом. Спасибо. Добро пожаловать. Спасибо. Поздравляю. Добро пожаловать еще раз домой. Спасибо. Ну, тогда иди ко мне. Давай. Ферит, стой! Не глупи, Ферит! Жених с невестой в свою комнату. Ферит, у тебя рука будет болеть. Ферит! У меня есть другая, Сейран. Я никому не позволю сказать, что Ферит Корхан не смог поднять жену. Ферит, отпусти! Идем! Отпусти! Ферит! Идем! Ты сумасшедший! Идем! Отпусти! Ферит, отпусти! Ферит! Идем, идем. Ферит! Ферит, отпусти! Ты в порядке? В порядке. Ничего себе! Что такое? Я не думала, что снова зайду в эту комнату. Ну да, ты права. В конце концов, это мечта каждой молодой девушки. Ферит, а ну-ка смотри на меня. Чего? Смотри на меня. Чего ты? Ты скучала по мне? Скучала? Очень. Скучала, как никогда. Заметно. Что? На этот раз все поймут, что ты переехала сюда навсегда. Их что, дома нету, что ли? Ферит, для тебя это не имеет никакой ценности, да? Имеет, имеет. Для меня это имеет огромное значение. И я это покажу. Вот увидишь. Слушай. Слушай меня. Что? Ты очень красивая. Очень. Это свадебное платье. Тебе оно так идет? Ты иногда надевай его. Ферит.
Чего, ну, Ферит? Я тут красивые вещи Ничего говорю. Ничего красивого. Хватит, я больше не хочу свадебных платьев. Я и так уже 2 свадебных платья надела. Не хочу. Это последнее свадебное платье. Последнее свадебное платье, которое я надела. Так что имей в виду и одумайся, Ферит. Чтобы больше не разводиться. Сайран, ты... Мировая марка, Сайран. И еще бы. Главный режиссер Сайран Корхан. Ну еще бы. Ну вот, уже нормально общаемся. Как на тебе красиво сидит платье. Как ты прекрасно выглядишь, не понимаешь, да? Ты не понимаешь? А? Знаешь, в чем причина? Я столько пережила. Я столько пережила, Ферит, что все прекрасно понимаю. Так что проси прощения. Хорошо, моя Сайро. На протяжении всего нашего брака будем друг другу такими вежливыми, хорошо? Конечно, Феритушка, конечно, хорошо. Спасибо, Сайро. Не за что, Феро. С вашего позволения, прекрасная женушка, вы повернетесь ко мне спиной? Как скажете, муженек. Смотри, я поворачиваюсь. Смотри, маневрирую. Оп, повернулась. Какие нежные. Какие у вас послушные волосы. Позвольте посмотреть на вашу фигуру. Ах, конечно. Ох, ох, слава Аллаху. Ферит! Ферит! Ты хотела сказать «феритик», не так ли, женушка? Да-да, так хотела сказать. Я тебе кое-что хочу сказать. Вернее, хочу признаться. Помнишь, мы один раз поругались? У нас было много ссор. Какой ты можешь из них вспомнить? Я тогда была очень зла, в ярости. И тогда мы очень поругались. Я очень плакала. И я очень расстроена была и думала, зачем я такое сказала от злости. А потом я подумала... А если Бог разозлится на меня, разозлится из-за этих слов, вдруг не позволит мне родить тебе ребенка? Я много думала об этом, а потом я молилась. Я попросила Бога, пусть у меня будет ребеночек от Ферита, мальчик. Я очень хотела, поэтому молилась. И? Что и, Ферит? Я что, колыбельную тебе пою? Что ты постоянно говоришь? И? О, боже, я тут вообще-то о важном говорю. Я тебя обожаю. Я тебя обожаю. Ты хочешь от меня ребенка? Еще и сына? Ты хочешь еще одного Ферита? Нет. Нет. Для человечества это может быть большая опасность, Сайранушка. Для меня это не проблема. Пусть девочки думают. Нет, 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 Феритушка. Я его очень хорошо буду воспитывать. Он совсем не будет на тебя похож. И как ты себе это представляешь? Как возможно, чтобы сын Ферита Корхана не был на него похож? Я не понял. А вот так. У тебя есть плохие черты характера. Порой ты бываешь очень плохим человеком. Поэтому он не возьмет от тебя плохие черты. А что будет, знаешь, он возьмет от тебя только лучшее. Ничего подобного. В смысле? Ферит Корхан одно целое. Да ладно. Есть и хорошее, и плохое. И нельзя выбрать что-то отсюда или оттуда. Так что бам-бам-бам. Никаких бам-бам-бам, Ферит. Я его так хорошо воспитаю, что ты будешь в восторге. Ты так думаешь? Тогда
Позволь, я перейду к действиям, чтобы зачать ребенка. А что скажешь, Сейрон? Я не против.